сегодня вы познакомитесь еще с одним сервисом для быстрой проверки контрагентов. Без регистрации сервис предоставляет ограниченный функционал. За регистрацию нужно заплатить, но стоимость услуг при этом остается самой низкой в России. Особенностью сервиса является его мультиязычность. Услуги предоставляются на 9 языках, в число которых входят украинский, арабский и китайский. Кроме этого, имеется круглосуточная техподдержка по бесплатному телефону. Сервис прост в работе. Им могут пользоваться и руководители, и сотрудники служб безопасности, и юристы, и бухгалтеры, и другие специалисты. За счет сервиса они будут экономить время и ресурсы на автоматизации рутинных операций проверок контрагентов. Вся информация в одном месте. На экране вы видите информацию о возможностях сервиса, которую и сами можете посмотреть на сайте. Для этого заходите на ресурс basis.seldon.ru. Через несколько секунд вы познакомитесь с возможностями сервиса на конкретном примере. Пример будет взят тот же, что и в предыдущем ролике, в предыдущем сервисе «Контурфокус». Это связной банк. Вы поймете, что информация всеми сервисами берется из одних и тех же источников. Разница только в удобстве ее представления. Итак, набираем в адресной строке браузера название ресурса. Во время демонстрации вы увидите то, что доступно пользователям, прошедшим регистрацию на ресурсе. Напомню, стоимость услуг является самой низкой в России. Итак, смотрим пример связного банка. Сейчас вы увидите процесс получения выписки из ЕГРЮЛ. Далее вот мы знакомимся с учредителями, среди которых Северсталь и Газпром. Регистрационные сведения, реквизиты и так далее. Руководители, в том числе бывшие, совладельцы, дочерние организации. 10 филиалов, 6 представительств. Это сведения об одном из учредителей. Вот вы видите на экране арбитраж, проверки. Госконтракты, финансовая отчетность. Обобщенные данные. Вот демонстрируется мультиязычность. Сначала английский язык, потом украинский. Пример с графиками взяты из другого юридического лица, у которого были сведения о финансовых показателях. Баланс, выручка, чистая прибыль. Программа постоянно улучшается. Примерно раз в неделю в ней появляются какие-либо дополнения. А сейчас вы видите пример использования мобильного приложения. Напомню, что стоимость программы самая низкая среди аналогичных.